Здравствуйте. Сейчас я расскажу, как изменить масштаб в ноутбуке системы Mathematica. Для этого есть три возможных варианта событий, варианта действий. Первый вариант. В правом нижнем углу вы можете просто указать конкретный масштаб из предустановленных. Это довольно простой способ, ничего не требующий. Второй способ, чуть посложнее. Вы зажимаете кнопку Ctrl и колесиком мыши можете интерактивно менять масштаб. Это действительно удобно и часто помогает в работе. Следующий способ уже более программистский, и он использует инспектор опций, потрясающую штуку, которая нам потребуется в дальнейшем. Во многих последующих роликах я буду к нему обращаться. Нажимаем Ctrl-Shift-O, открывается соответствующий инспектор. Выделяем здесь то, что нам необходим, собственно, ноутбук, в котором мы работаем. Заходим в ноутбук Options, Display Options и видим параметр Magnification. Крестик означает, что он изменен по отношению к стандартным настройкам. Убрав крестик, вы можете отмотать настройки к стандартным. Здесь масштаб указывается, собственно, в единицах. Соответственно, вы пишете конкретное значение, жмете Enter, и теперь у вас масштаб вот 300. Хотите масштаб 500? Пожалуйста. Хотите масштаб, допустим, 0,2, это тоже можно устроить. На этом спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и жмите на колокольчик обязательно, чтобы быть в курсе последних роликов, а их будет довольно много. И обязательно вступайте в сообщество. Там всегда вы можете задавать вопросы, и я постараюсь на них ответить максимально быстро. Спасибо за внимание. До новых встреч.